Да. Это было изи, это было невероятно легко. Что тебе надо, блядь? Я же говорю тебе о борьбе за злодейский урожай. Хочешь, я расскажу тебе сказку о борьбе за злодейский урожай? Это типа про вот эту вот хуйня, которая была вот там у пацанов по типу... Заруба на огороде, блядь, или что там была за хуйня? Ну, это там, где морковка, блядь, картошка. Да? Ты ее стремя... Я ее с 3 хп прошел на А+. О! Снова к этому пацану можно? А ты что двигаешься, блядь? Вперед же, устремитесь в новый бой. И помните, тщетные будут ваши усилия, примите оружие и обереги. А, ну хорошо, тщетные так тщетные. Ебать, коняша, ты чё? Чё, блядь, ты от меня хочешь, а? Подожди. Ты а чё-нибудь видишь? Забрал это, опусти. А чё, блядь, с ним делать? Друже, что ты хочешь? Ну вот, подошел я поближе. А что, блядь, делать? Подожди. А, я понял. Козел, иди сюда, блядь. Ладно, не все понял. Нормально? Я понял! Парировать гриву. Ебать ее колотить мне! Парировать ее, сука, до завтра! Здравствуй, Франческо. Прическу сними. Кстати, пока вы все вот тут вот, давайте этот, блядь, какая прическа мне пойдет? Ну-ка. Учитывая весь наголовешный пиздец, какая прическа мне пойдет? Конь-панк в натуре, блядь. Фанатский капхед надо сделать. Лысая, блядь. Когда-нибудь, возможно, на стриме за 200 тысяч, если мне очень много дадут денежек, я подстригусь на лоса. А так мне ничего страдать. Да ты ебать его колотить, а? Димасик, отгадай загадку. 2 часа совали за щеку, 3 часа сплевывал. Что это? Вазелинум, спасибо за 50 денег, я думаю, цель зубная щетка. Блять, тебя ж по-другому парировать надо, дебил, это кусок. Бля. Надо теперь поднять, как этот. Так, вот так. Да ты охуевшая коняха. Подожди. Так. Да шо ты, блядь, говоришь подойти? Если я подойду, ты мне пизды дашь, а? Да сука. До сих пор любишь бесконечное лето? А то. Как у рака, 2 усика. Блядь, а шо с тобой делать? Шо ты, блядь, меня зовешь? Пошел нахуй, сам подойдешь. Зовет меня он еще, сука, да иди ты нахуй. Бля. Ну это было хорошо. А как? Ты меня, блин, пригласи на ужин хотя бы, я не знаю. Подожди! А может? А подожди, а я могу? Или не могу? Могу ли я или не могу ли я после одного его, грубо говоря, косяка, блядь, на нем прыгать? А, блядь, он руку ставит, сука. Не, ну слушай, так можно нормально. Нормально можно. Атаки после которых... То есть мне надо его драконить? Нормально. Дебил, я, блядь, и так, я очень близко. Так, давай. Парируй. Уставай, уставай, коняшка.
Блядь, да что ж ты... Да чё я тут, 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 вот я... Если возьму дополнительный хп, я уже буду играть не за месяц чашку, а за другую хуйню. Не, ну слушай, тут реально... ты реально любишь MB Energy или это для рекламы? Ну рекламу они заказали у меня, это понятное дело. И, блядь, оно довольно-таки неплохое на самом деле. Типа... Я бы не сказал, что прям этот, как ему... Прям как Red Bull или что-то такое, но оно реально неплохое. Так, давай, пацан, устань, давай, я верю в тебя. Давай, пацан, я в тебя верю. Блять. Это, кстати, да, это реально коняка из... Ну, погоди. Ебать его колотить, я не понимаю. А вот и не угадал. Это мне вчера восьмерку удаляли в стоматологии. Вазелином прошел. Прошел через ад. Спасибо за 50 денег. Прошел через ад, это да, это надо. Но зубы лечить надо, я тоже один запустил, теперь у меня два вставных, блядь. Да ёб твою колотить, мать. Коняха, ебняха. Блять, да копай его, ёб твою мать. Так, пошел он нахуй. Выход к карте. Это, конечно, интересно, но я хочу и на других боссов посмотреть. Какая классная песня. Кладбище. Ой, ба, призрак, здравствуй. А я в растерянности, мой юный друг. Я шел по следу и зашел в тупик. Проверка мастерства, сломанный артефакт. Это жуткое кладбище. Во всех этих местах я обнаружил мощный поток астральной энергии. Здесь должна быть какая-то закономерность и метод. Допустим. Битва за бульдогию. Здравствуйте, здравствуй. Шо за сука? Что это за хуйня? А, это то, что я хотел попробовать. Почему мне голову ебет космическая собака? Надеюсь, у него нету там нескольких фаз. Надеюсь, это одно пиздострадание, да? А, это я почти первую фазу прошел, почти с первой попытки. Самонаводка? Нет, самонаводка это вот, щелкунчик вот. А, я понял, это другая самонаводка, это хорошо. А что по урону, хуйня? Или получше? Так, нормально, оп-оп-оп. Хорошо. Что-то мне на самом деле глаза путаются вот на этом левеле. Ну, нормально, кстати, нормально самонаводка сделали, прикольно. Ой, блядь, не так среагировал, опа. Ладно, пустим. А, пацаны? Бля, пацаны, ну вы вообще, ребята. Ай, блядь, она ж, сука, не двойным прыжком делает. Повтори попытку. Так. Ладно. С котом я разобрался, это просто. Пока тоже просто. Так, его супер татули. Тоже просто так-то. Нормально. А кот-то этот, кстати, тот самый, которым мышь управляют. То есть у нас реально Том и Джерри такой получились. Так, снова его три татульки. Ну, нормально. Так, начинаем вот эту собаку хуйню бить.
Пацаны, я-то не понимаю, оно хоть куда-то бьет? Да, судя по всему, да. Блять, ладно. Так. Нормально, кстати, говно. Пиздец мне. А, блядь, что происходит? Что с этими лазерами делать? А если я вот так сделаю? Женщина, ебать его колотить, ты что воротишь? А какого хуя она мне законы физики нарушает? Я не понял. Не, ну типа хорошо, самонаводка прикольная. А законы физики мне нарушать это не прикольно. Это что-то вообще не прикольно. У меня же глаза путаются, ты чё? Дядь, я понимаю, у тебя охуевшие татуировки костей. Они ж 3D, я бы даже сказал, даже больше, чем 3D. Ну ебать тебя колотить, дядя, отъебись ты от меня. Так, хорошо. Начинаем от пацанов уворачиваться. Блять, ладно. Так, вот тут сейчас я вообще нихуя не понял заранее. Так, окей. Это хорошо. Это ладно. С этим что, блядь, делать, я так и не понял. А вот, ладно. Блядь, а тут... А, я понял. Я понял, что с ней делать. Можно даже попробовать. Можно даже чуть-чуть попробовать. На третьем парировать. Да. Опять-таки. Была бы у меня моя дымовая бомба, мне было бы гораздо проще. Ну хорошо, щелкунчик согласен, неплохой. Соглашусь тут я с вами. Снова ты, блядь, пришел татуировками своими повыебываться. Так, нормально. Пока все хорошо. Капхеда, да, я забыл посмотреть. Может, сегодня посмотрю. Так, пацаны, давайте вот сразу с вами. Летайте, сука, гавкайте тут. На глаза появляйтесь. Я так рад, что собаки в реальной жизни не летают. Тут пиздец. Иногда встречаются такие любвеобильные собаки, что просто невероятно голову делают. Так, окей, я не особо понимаю. Тут я понял. Вот хорошо, тут я тоже понял. Я понял. Так, окей. Блять, тут проблема в том, что это управление наебнуто. Я понял. Этот стрим я залью на второй канал еще. Так что ну нормально. Нормально, нереально. Я понял этого босса. Все. Значит, пройти его дело отваги и мастерства. Чего у меня дохуя просто. Нормально, бля, нормально. Это тоже легкий босс, на самом деле. Какое-то легкое дополнение. Я, конечно, еще не всех боссов видел. Я просто помню, как я страдал на том же самом дракончике, а тут, блядь, такого нету. Да, я потратил час на паукана с простимолькой. Я потратил еще дохуя времени на эту корову ебунячу. Но опять-таки, в них не чувствуется сложность, в них чувствуется то, что тебе надо просто немного подрочиться. Вот в драконе, блядь, ебучая сложность чувствуется на самом деле.
А тут тоже какая-то простая хуйня. Ну, тебе немножко сейчас управление поднаструта. Ну, ебать его колотить. О, так стал, нормально. Вот так стал, тоже нормально. Оп, хопочки, и нормально. Вот так сейчас сделаю и пиздец. Сейчас она, блядь, снова мне управление перевернет. Но тут даже попроще будет. Ладно, не совсем. Ладно, вообще не совсем. Сука ты такая, а? Со своими ебучими мисками. Ну это нормально! Ебать его почти прошел нахуй. Реально, дополнение могло бы быть и посложнее. Но меня радует, что оно типа открывается на втором острове. Оно как раз примерно как второй, как второй остров и есть. Управление такое же, но камера другая. Я понял, понял, спасибо. Постараюсь не запутаться. Ну, блядь. Я реально, кстати, думал, что это посложнее будет. Ай, блядь, точно, у меня же вот эта хуйня есть. А, самолетом я управляю, оказывается. От моего наклона все зависит. Нихуя ж себе. На втором. У меня третий остров в этой карте не открыт. В этом прохождении. Только второй открыт. Так, нормально, сейчас с щенятами разберемся. Идея с повернутым экраном — это хуйня на самом деле. Я шо раньше считал, что этот в подобных играх нельзя, сука, путать мне управление, нельзя, блядь, менять мне вид. Что я до сих пор считаю. Так, все, давайте, пошло дело. Опа, вот сюда встал, отлично. Опа, он туда встал, вообще охуенно. Опа, опачки, вот так сделал. Так. Вот тут управление поменяли по-человечески хотя бы. Бля, женщина, ты там хавальник-то свой прикрой. Все. Я же говорил, это хуйня легкая. Ой, блядь. Да, конечно, я ее прошел не на А+, и тому подобное, но это, ну, это легко. Это легко. Именно этого острова, и потом крутись на карте некоторое время. Хорошо. В плане крутись по кругу ходить, или... Или как, что? Ебать, снежный биом, нихуя себе. Ананасовую мяту я добыл. Нихуя себе, я красавчик вообще капитальный. Ну, пойдем так, к свину. Не-не-не, иди нахуй, конек, я к тебе не пойду. Мелкий глист прекрасен, я согласен. Согласен, согласен. Так, свинотека, давайте. Свиномаркет, почему свинотека? Вот это же, да, дополнительная жизнь, по-любому. Ёб твою мать, гандон, сука, толстяк, а. Ну, блин, оно вкусное и кружечка еще удобная. Что вы от меня хотите? Я, вот мне говорят, типа, возьми именно с этого острова. Вот. Вот и... Ай, блядь, оно восполняет УЗ при парировании. Это не то, блядь, а на то у меня денег нет. 5 монет надо, ебанешься. Это что? Не прислоняться... Не пригномляться. Че? Кулон крутой. Блядь, не это... Ладно. Пацан, что ты хочешь, блядь? Бля, ребят, что происходит? Почему какой-то ебучий Дед Мороз мне голову ебет? Чё, блядь? Кого? Борду оторвал, ты что, дебил?
Ты что, дебильный? Ты зачем это? Чё? Подождите. Давайте разберемся про вот это вот уровень. Так, пацаны, чего вы мне расскажете? Зрители, наконец-то церемония награждения победителя конкурса скалолазания вот-вот начнется. Другим меня не догнать, могу строем идти налево. Ну, может, мне досталось только второе место, но главное это правда, право на победу. А ты мне что скажешь? Они думают, что вправе поплевываться на меня. Да пусть сколько угодно нас и вверх задирают. Понятно. Понятно. Ебонько у них пошло. Так. У меня нету денег. Совершенно. А тут есть что-то типа бей-беги и тому... Ай, блядь, тут вместо бей-беги вот эта хуйня с конем. Я понял, я понял. Так, твою загадку я еще разгадаю, не переживай. Это что за хуйня? Культовая ледобойня. Что за культовая ледобойня, блёбаба? Ебать, магистр, ты что за колдун такой, а? Карты, ты что, блядь, на таро ходаешь? Иди нахуй, мне это не надо. Кита-то ты где взяла? Колдун ебучий. Я понял. А, даже так. Опять свое волшебство мутишь, да? Кинжалы какие-то кидаешь. Что за нахуй? Дед, ты-то нихуей, а? Холодядя! Мороженое! Кинжально! Макрак! Чак! Что это, блядь? 462? Я так понимаю, как номер телефона, да? А, блядь, а как? Слышь, дед, давай, блядь, поговорим. Ясно. Не, ну подожди, пацана-то этого пройти возможно. А, рандомный код, типа, у каждого свой, я понял. Так, ну слушай, этот мужик так-то, ну, не вызывает такой опасности, какой я думал. Блядь, вот кит его мне не нравится. И ледяные пацаны мне его не нравятся. Да ты, ёб твою гнида мать, ты заебался своим китом. О. Ай, блядь, я ж тут не... Я ж по-другому тут парирую, ебать его колотить, ладно. Ой, а чё в этот раз без кита, а? Козёл, я понял, с китом, хорошо. Так, всё, вторая стадия у него пошла. С холодядей. Слышь, ты, блядь, предупреждай, когда такие понты воротишь. Я могу охуеть случайно. Чё? Купи за одну монету. Я деньги проебал все. А как с конем сражаться, я еще не разобрался. Ладно, подожди, выход к карте. Хорошо, успеем. Похую на него. Тут... Вот как тут нельзя сделать вход? Почему тут не сделали вход, чтобы в котором была одна монетка, а? Холодная точка. По-другому и не скажешь. Хорошо, давайте думать, как коня въебать. Я понимаю, что парирую... Как въебать коня? Давайте подумаем. Как его, блядь, одолеть? Меня вот этот вопрос волнует. Я понял, что парирую его, когда он уклоняется. Но опять-таки, это дрочильня. Да что ты меня зовешь, сука гнидная? Ну-ну-ну, давай-давай, опа-опа. Как-то ж, блядь, надо с ним, сука, разобраться. Вот, блядь, и так по одному удару его, это ж охуеть можно, а? Это, сука, самые дорогие, блядь, деньги в моей жизни будут. Вот, кстати, да, был бы тут мод, чтобы видеть, сколько у них хп остается. Это была бы вообще песня. Блядь, давай заново. Ну, давай, бестолочь. Давай. Оп. Да, блядь! Дразню я тебя, бе-бе-бе. Ну, давай, быстрее. Блядь.
Его двойным прыжком можно перепрыгнуть? Да как? Реально. А чё ты, блядь, сейчас заактивничал так, а? Как же мне дразнить тебя, чтобы ты ещё обратила на меня внимание, сука, наш пиздоболик, коник. Коник, пиздоболик, блядь. Давай, реагируйся. Давай, блядь. Дед Ричелика, подойди. Сейчас, я еще немножко попробую его. Неожиданный рывок. А, понятно, так. Реально, кстати, работает. Так, все, отошел. Он зовет меня к себе, я подхожу. Подошел я. И ты делаешь хуйню, я понял. Ну все, я вот близко, Какой же ты, сука, рыцарь, раз уж девочек обещаешь. Это было пиздец, как неожиданно и не рывок. Я понял, что с ним делать, но я не совсем понимаю его мотивацию, блядь, от чего он живет, а? Ты кто по жизни вообще будешь, сука, ты такая консервированная? Я уже, блядь, одну корову на тушенку-то разобрал, ты хочешь следующим быть? Так, это я понимаю уже, что это атака его значит. Отлично. Хорошо. Так, по два удара его можно будет. По два удара его можно бить. Это хуйня. Так. Это тоже хуйня. Ну нормально. Так можно ему хп сносить. Хуйня. О! Друг. Классно. Ай, блядь, я обычно по два успевал. Ладно. Да вот, иду я ближе. Что ты грустишь, а? Ну не надо. Это хуйня. Так. Понятно. Отлично. Так, давай, давай. Иду я сюда. Иду. Не переживай. Не переживай. Вот, я уже близко. Хуйня. Так. Ясно. Хорошо. Ой. Пальчиком хрустнуть. Так. Подожди. Все, я кнопку забывал немножко. А это прыгает. Да, все, хорошо. Так, давай. Хуйня. Отлично. Да, сука, я ж по два все время успевал. Сколько ж у тебя жизни уже осталось, а? Я понял. О, Гуся, здравствуй! Хорошо, давай. Опа. Ну. Да ёб твою гуга, давай. Да ты заебал! Это хуйня. Тоже хуйня. Это во, нормально. Хорошо, идем. Давай, друг. Понятно. Владелец доспехов долбоеб. Слушай, друг, ну я могу так с тобой долго, блядь, играть в танцульки. Блядь. Хорошо. Все. Я же говорил, хуйня там, а. Ебучий конь. Сейчас мне денег дадут за него. Шо, блядь? За эту доблестную победу я щедро дарю вас благами земными. Два. А где щедро, блядь? А он охуела. Две монеты, блядь, щедро благодарю. Да пошел ты нахуй с такой щедростью. Пошлите к Свинтус. Мне нравится, кстати, DLC. Нравится. Так, что тут говорить? Вот тут. Золотая монета такого. Нихуя себе, как бы. А? Бесплатный шекель за бесплатные деньги. Так, к Свинтусу идем. Так, чё тут надо купить, вы говорите? Вот это? Или что? Что вы тут мне говорили? Чудной кулон, нахуй он мне нужен? Пети не было. Думаю, Петя бы объявил о себе.
Двойные сердца. А, два здоровья, но снижая силу атаки, это я знаю. Так, он как бонус. Вы будете снимать видео, все достижения копья DLC буду. Так, так не нужен этот чудной кулон или нет? Чтобы 9 хп, это надо его купить. Купи первое оружие. Это, блядь, нет. Секретного босса. Во. Все, уже хорошо. Поздно, уже купил. Все равно денег больше ни на что не будет. И это находится двойные сердца для 9 хп. Это я успею, успею. 4, 6, 2, да, ты говоришь? 4, блядь. 4 же, сука. 4, 6, 2. Так, дядя, блядь, у меня есть твой ебучий кулон. Что ты хочешь? Я какая-то закономерность или метод. Что, блядь, мне делать с этими могилками? Нихуя. Нет. 4, 6. Не, я понял, понял. Опа. 4, 6. Ебать, не 4, 6, 2. 3, 8, 1, блядь. 3, 8. Так, подожди, если наоборот. 4. Блять. 6. Сверху. Считай. А, 1, 2, 3. 4, 6, 2. Так, 3, 8, 1. 4. Раз, два, три. Так, 4. 5. 3. А, не хочет, прикиньте. На пятерку не хочет. Блять, пятая могила у меня не работает. Не, пускай подсказывают, я вообще охуею тут, блять, все это отгадывать в свою очередь. Так. 4, 7. А давайте, блядь, не просто рандомные числа, а пока нельзя. Ладно, хуй с ним тогда. Пошел я вот сюда. Что ты мне на этот раз скажешь, друже? Осторожней, новый соперник ждет прямо за дверь. Да ну нахуй. Давайте подумаем. Подожди. Бля, дядя, что ты хочешь от меня? Подожди, я не понимаю. А, я понял. Я понимаю хотя бы теперь, чего мне бояться. А, этих кадил тоже, да? А что мне, бля, делать? А. Типа, задуваются свечи. Во-первых, надо взять эту девку нашу, новенькую. Спецатака, вот, блядь, чтобы ебучая печенька была. Ты самолетом против всех боссов на А плюс или С. Нихуя себе, вот это ты, блядь, сказал. Свечи туши, я понял, понял. Почему она как-то пришла? Я случайно этот купил хуйню и вот остался без приколов. Так. Окей. Ай, блядь, тебя ж по-другому парировать, сука, дебильный. И сколько раз тебя парировать надо, а? Дядь, я как бы, ну... Мне как бы, ну, не впадлу, но как бы, ну, тебя нахуй, а? Реально, сколько раз, блядь, тебя такой хуйню мается, а? Дядя, я просто, ну... По-моему, ты этих свеч, блядь, не стоишь. Ой, бля, ну проебался немножко, ладно. Ой, нихуя себе он меня обманул, а?
А, это вот это все? Это все? Вот это все? Весь босс? Не спешите мои подковы, блядь. Смешите. Так, дядь, давай спускайся. Я, блядь, девочка завидная, я с тобой бегать не буду, старпёр. Блядь, ну ладно, тут проебался, согласен. Так, отлично. Ну, хуёво, согласен. Что-то, блядь, с конем сложнее даже было. О, нихуя. А дядька-то, смотри, дядька-то ускорился. Дядька-то реально ускорился. На последней-то стадии. Там что, один раз надо все это успеть сделать. Так что нормально, сейчас это сделаем. Так. Дядя, не уходи далеко. Типа все, уже вторая стадия. Ну да, вторая стадия уже пошла. Да ёб твою голову, мать, что ж. Ты, сука, сколько ты летал до этого, вообще моей траектории не касался. А сейчас что-то, блядь, вообще не уходишь. Так, третья стадия пошла. Нормально. Хорошо. 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 Четвертая стадия пошла. Все свечи, блядь, сделать. Ладно, не выдам нам. Не в этот раз. У тебя диплом красный. Она, в принципе, она умнее всех нас всех. Отлично. Давай, дядь, возвращайся. Опа. Пошла вторая стадия. Хорошо. Опять вторая стадия. Блять, ладно. Хорошо. Хорошо. Вот это, блядь, нечестно, как минимум. Отлично. Хорошо, давай, дядя, возвращайся. Нормально, дядя, я не буду к тебе еще. Блять, ёб твою, сука, блять, мать. Шо хлеба душнило? А, я понял. Ладно. Хорошо. Шо, блядь, человек светило? Я с тобой сейчас раз... Да ты охуел, а? Да ты ебать его колотить! Хорошо. Сука, поменьше бы ты, блядь, огней жрал еще, козлина мудила. Ну, слушайте, тут хотя бы босс этот понятен. Ладно. 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 Только понял, что шахматные фигуры. Да, вот это вот, блядь, вообще ферзь. Если я правильно помню, блядь, что такое ферзь. Сука, вот научиться бы с этими пацанами еще сражаться, вообще песня была бы. Я только от них урон получаю. Эта голова, она, блядь, бесполезная. Песня неплохая, зато напомню. Сука, вот так и знаешь, что ты подъебон мне сейчас устроишь. Я когда только подумал об этом подъебоне, ты сразу появился.
Утя, красный диплом откроет тебе дорогу в мой дом. Так что не переживай, получила ты его не зря. Та сука. Это же ферзь, я правильно по менюшах? Давай спускайся. Это слон. А ферзь кто, блядь? Или это просто жаргон? Бля, кстати, я только хотел сказать, что когда голова вот такая вот, типа, фиолетовая, розовенькая, она хуйню не воротит и никакую хуйню не спавнит. Как же я ошибся, блядь. Так, окей. Хорошо, опа. Отлично. Так, давай спускайся, я за тобой не буду бегать. Ладно, чуть-чуть только разве что. Отлично. Хорошо. Блять. Все. Слышу, вперед-назад по горизонтали вертикально ходит. Блин, я на самом деле не помню. Я помню, как конь ходит этой буквой Г. Помню, вот я, блядь, название их не помню. Я помню, как ходит каждая фигура, но я не помню их название. Какую щедрую? Две монетки, блядь! Хуйло усатое. Это офицер. Какой еще офицер, блядь? Ой, так. Хорошо. Что использовать? А, я понял. А, типа, все, если я прошел этого босса, я больше к нему, типа, не возвращаюсь? Ой, я понял. Сейчас я немножко этот в туалет и схожу, вы пока поболтайте с вот этим вот кренделем, я скоро буду, я молниеносно. Так, стул стример, настало твое время. Собери мне миллион денег донатов. Здрасте! Я пришел с хорошей вестью. Я с хорошей вестью пришел. Я же этот телефон взял с собой. Знаете что? У нас уже 195 тысяч подписчиков. Я очень надеюсь, за июль мы дойдем до 200 тысяч. Потому что весь июль я дома. И, собственно, с кайфом проведем стрим. А не так, что у меня будет там после работы, перед работой или что-то такое. Так. Чтобы открыть секретного босса на кладбище, нужно подойти к победителям, где босс великан, и он намекнет тебе комбинацию. Ебать его колотить. К победителям, где босс великан. Хорошо.
Но пойдем к победителям по логике. Вот первое место первое. Другим меня не догнать, пускай... Вот с троем идти налево. Слева, значит, где-то хорошо. Ты второе место. Только второе место, но главное это право на победу. Потом что-то справа. По верхней стороне. Налево, направо. Я, блядь, я, кажется, понял. Попил этот квас желтый. Да, из всех продавающихся квасов, которые, ну, идут такими, они, ну, самые кайфовые. Лево. Право. Нет, блядь. А если... лево. Право. Вверх. Нет. Лево. Право. Вверх. Нет, не хочет. Лево. Право. Вверх. Сука. Лево. А, блять. Право. Вверх. Ебать его колотить. Лево. Право. Вверх. Лево. Право. Вверх. Лево. Право. Вверх. Блять, у меня комбинации закончились. Считается сверху. 9, 4, 7. Окей. Раз, два, три. Так. 9. 4, 7. Нихуя. 618, говорите, да? 6, 1, 8. 1, 6. Блять. 6, 1. А если действительно читает, блядь, по-нормальному считается. Сперва то, что слева. То бишь, допустим, 1. 6. 1. 6. 4, 5, 3, блядь. Вы где эти вы цифры берете вообще? У меня 5 не работает, могила, вообще. Девять, четыре, семь, девять, четыре. Почему у меня 5 не работает вообще, я не понял. Я в бесконечный лет получил все. У меня есть ай, блядь, кулон, ёбаный ты в рот. Шесть, один, восемь, нет. Один, шесть, восемь. Налево, направо, посерединке. Налево, направо, посерединке. Налево, направо, сука, посерединке нет. Налево, направо, посерединке. Блять, налево, направо, посерединке. Налево, направо. Посерединке сверху, нихуя. 5 боссов убить с кулоном. Да пошли они нахуй, эти 5 боссов с кулонами. Все, я, блядь, обратно в печенюшку. Я пошел пиздить кого-то следующего. Культовая ледобойня. Тут магистр это, да, ебучий? Окей. Окей, дядя. Давай, что-то, блядь, будешь делать. Говно какое-нибудь. Со своим китом, блядь, и прочим. Хорошо. Давай кита своего доставай. Хм. Опять, блядь, холодядя он переделывается. Так, ты будешь переворачиваться, нет? Так, теперь он стал холодильником. Ну, нормальная тема. Нормальная тема, можно и холодильником иногда побыть. Сука, ты такая, а? Огроменный кубик, блядь. Блядь, я забываюсь. Я иногда забываю, что он гандон, блядь, такой. Майни я не знаю, но он делал на меня реакцию, это я в курсе. Блядь.
большой палец выбился, ладно. У меня есть специальные алерты по жоже. Я их специально добавил для жожуфагов, коим я и являюсь. Хорошо, дяденька. Блять, опа. Нормальное говно. Так, а тут что вообще, сколько боссов-то в этом дополнении? Сейчас, ладно, вот так, допустим. Вот так, допустим, я с этим, что вы мне говорили там, что вы мне там советовали. Хорошо, дядя. Блять. А? Сука, большой кубик льда. Так. Ладно. Ну, блин, я его уже почти прошел, почти вторую стадию прошел, как бы неплохо. Ути, переодевайся, переодевайся, никто тебе не мешает. Сука. Сам на него напрыгнул, ладно, так я сам виноват. Бля, ну вот эти вот его ледяные пацаны, это меня прям нервирует немножко. Давай в кита переходи уже. Так, будешь перекатываться, козел? А чё это ты не перекатываешься? Сука, хотел от морожки уклониться, напрыгнул. Лучше бы, сука, я хуй его знает. Блять, ладно. Но опять-таки, он тоже сложности не особо не вызывает, по-моему. Он вызывает, сука, боль в зубах. Мало того, что холодно, еще и такой хуйней мается. Блин, ну без дымовой шашки на самом деле тяжко. Дымовая шашка такая классная. Да ёб твою дебила мать меня. Ой, блядь. Эти перекаты я, блядь, что-то не люблю. Мне они не нравятся, они неудобные, они вообще фу. Так, что ты мне скажешь, снежный йети? Я тебя понял. Ай, сука, сам напрыгнул на него. Так. А если я все-таки вот с этим побуду, а? Что ты мне скажешь? Хуйня за тебя, я понял. Это помощнее, что-то кажется. Ну, оно хотя бы кажется помощнее. У меня тут уже, блядь, хороший понт дороже денег. Плюс с пацанами помогает, с коротышками. Так, ну нормально. Сейчас он превращается в вот эту вот хуйню. Давай, дядя, перекатываться будешь? Не, планируешь? Ебать, да ты то сверху, то снизу, сука, определись. Так, отлично. 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 Блять, я, дядя, в тебе запутался уже. Нахуя я это сделал? Опа, пошел пиздец по яйцам. Что за нахуй? Почему он на меня побежал? Это вообще, блядь, покемон 473 номер. Ульта крутая, но абсолютно бесполезная, блядь. Я вот вертикальный этот урон делаю, а нахуя он кому нужен?
Ой, бля. Ёбаный волшебник. Так, ну пока живем, пока нормально. Рука болит уже, блядь, от стула. Шо ты будешь опять перекатываться, хуй его гору раз? Сразу сверху, да? Подъебал. Блядь. Ну это, блядь, это блядство. Это блядство, это такое блядство, хорошо. Такое блядство, что мне аж нравится. На суперку, если я поменяю, я ж больше не буду этим, скажи. На этого. Не буду этим. Как его, блядь, ну, супер девочкой. Заебал ты со своим китом, а? Нет, дядя, не сегодня. Я хотя бы до твоей второй фазы дойти уже не получаю урона, уже пора бы. Дядь, ну ты голову-то не еби, а ну сколько можно? Так, давай перекатывайся сразу. Давай, агрессируй. Сука, козел, блядь. Так, нормальное говно. Говяное говно. Блядь! Да у меня есть те другие ульты, да, я согласен, но если я поменяю на другую ульту, то я перестану играть за вот эту вот девку. А этот DLC этой девки, надо его пройти за эту девку. Так что, ну я как-то заложник ситуации. Мы же меняли эту суперку какую-то, и там мы играли уже не за девку эту, а за нашего обычного красного пацана. Подъебал меня. Хорошо. 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 Сука, опять подъебал. Что ты, блядь, будешь делать? Что ты, сука, будешь делать? И как мне с этим что делать? У меня север край. Что, блядь, с ним делать? Смотри. Настройки карты. А, спецатака? Одна у меня. Если я поменяю навык на другой... Я хуй его знает. Это, блядь, больше не работает. Великан мрачного Мартимир Хелтов. Что? Что? Что мне сделать тут? Вот это менять? На спецатаку сердце. Поменяй на вторую спецатаку, а на две, которая защитит. Спецатака. Я, блядь, не могу. У меня нету нихуя. У меня не открыто. А суперку, если я поменяю не на печенюшку, а на другую хуйню. Ой, заново. То я перестану играть вот этим вот.
А вот это вот девкой надо играть. Я бы с удовольствием поменял на дополнительные хп на самом деле. Пускай даже чуть у меня атака будет пониже. Ну ничего, сейчас пока с этим дедом помучаемся. Давай, перекатывайся, гнида. Чё, в этот раз нет? Как нет, блядь, если да, да? Так. Мне надо понять, что делать от этого северного дебила, блядь. Блять, я не хотел туда наверх до конца подниматься. Так, дядя, что ты, блядь, за волшебство творишь? Я понял. Ну, это легко было. Вот этот глаз мне, блядь, до сих пор непонятен. Я понял, уворачивайся просто как можешь. Что, блядь, за северность? Что это за нахуй? Бля, ну при этом я его почти уже наполовину прошел, а? Нормально, это легкая тоже хуйня. Если не тупить. Так. Да ёб твою мать, меняй способность, понятно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Отлично. Отлично. Не отлично, не отлично. Знал, что получу пизды, поэтому туда и пошел. Как же меня бесит твои эти сука сосульки, а? Так, давай, перекатывайся, козел. Че, нет, не в этот раз? Блин, ну конечно. Так, хорошо. Бля, нехорошо на самом деле, но что имеет. Хорошо. Все, у тебя должен был живот заболеть уже. Все, отлично. Давай без глаза. Ну и без ведер можно было бы. Ну тут ладно, в принципе, кто на что гораст. Ай, бля, я, сука, забываю, что у него же слева еще. Я до него не так часто доходил еще просто. Ай, блядь. Нормально. Легкая DLC. Я ожидал чего-то сложнее. Вот, блядь, Биг Мак, который хочет сейчас меня в друзья добавить. Ты вообще сейчас не в тему. Кружки и чашки. Чашка это без ручек вроде бы, кружка с ручкой. А нет, подожди, без ручек это стакан. Блять. Сложно, реально сложно. Так, нормально. Так. Блять, так. Вот так. Давай переворачивайся, сука, как ты любишь. Тупой снежный тупица, блин. Сука, да ты заебал меня скамить, спамить. Опять с ним хп иду до этой снежинки. Ладно, в этот раз я хотя бы иду до этой снежинки. Вот, блядь, эти морожки, что с ними, сука? А,
все? Я понял, мне там, походу, просто не повезло. Хорошо. Ай, блядь, надо же было так попасть там, где... Ай, там, сука, по-любому ж хуйня оставалась, сука! Ничего. Не, ну они прикольно, кстати, обыграли эту бей-беги с шахматами. Чтоб вместо бей-беги теперь шахматы. Это, согласен, это неплохо. Почему я не использую карту, а просто стреляет? Потому что у меня, блядь, у этой карты бесполезная суперка, а другой у меня нет. Давай, блядь, опять будешь меня скамить, спамить. А чё так, а? Блядь, сразу большого кубика нашли, нихуя себе, типа, крутой. Дядя, а где твое страдание хоть нашел? Я уж думал, ты состарился мысленно. Да ебать его колотить, эти мороженые. Пиздец. Ай, сколько у меня IQ? Минус 3, блядь. Раз уж я вот 3 часа играю в эту игру уже. Но мне 2 босса осталось, не считая секретного. Понятно. А что если я буду использовать все-таки вот эту вот хуйню, обычную, классическую, так скажем? Она типа, она-то всегда попадает в цель. А вот это вот щелкунчик, или как его, он не всегда попадает в цель. А вот эта штука всегда попадает в цель, в любом случае. В напольную цель даже тоже. Ну да, конечно, урон могло быть и лучше. Тут надо комбинировать правильно, по-моему. Ну да, правильно комбинирую, будет тебе счастье. Нормально, сейчас сделаем красоту. А вот на этого хера уже вот это можно. Ладно, возможно, не можно. Ара-ара, спасибо. Я снова с вами. Спасибо. Успел поработать, поесть, помыться. О, а стрим еще идет. Нифига себе. Меньше, чем 3. Спасибо тебе за денежку с оплаты комиссии. Огромное. Блять, опять заскамил, заспамил. 66 денег, нифига себе, как много. Подваба. Ай, блядь. Ебучая ты бледина. Да блядские, сука, дайте нахуй, синхронизируйтесь, мороженки, этот лед, ледяной еблан. Ладно, я спокоен. Я спокоен. Полностью, я, блядь, пошел я нахуй. Пирожочек с ничем, 66 денег, спасибо. Четко. 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 Пока идет. Пока все дело идет. Пока дело идет. Немножко так постреляю в него. Так, на этих маленьких пидорюк. Надо вот так. На него вот так. Давай, давай, все, одну карту запустила, хватит. Корову я прошел. Корову я прошел. Нормально. Так, тут сразу надо, чтобы кристаллики до него доставали. Че, блядь, давай, сучоныш. Сука! Отлично. Все, четко. С 3 хп иду на звезду. На звезду можно и с этим пойти. Ведра это не страшно. Страшнее, когда ведер нет. Хорошо. Мороженки.
Мороженки тоже не страшно. Блять, самое страшное это ведра на самом деле у него. Из-за вот этих вот ебучих лун, за всеми которыми не усидишь. Похуй. Блять, мужик, помирай давай. Помирай уже, заебал. Не, ну реально, ну будь человеком. Сука такая, блядь, ебучая ты мразь. Конечно же, в самом конце. Конечно же, сука, в самом конце, блядь. Ай, блядь. Ничего. Ничего, ничего. Если я так... Нет, тебя за просмотр не посадят. Возможно, только обоссут. Ну, это если повезет, конечно. Смотря на какую ПГ нарвешься. Ладно. Надо почаще карты использовать. Блять, у меня одна только суперка. У меня, блять, карта. Ульта карт. Это не как у нашей кружки любимой красного пацана, что этот бац, смерчи появился. У меня ульта, блять, это ебучая палка посередине экрана, которая никакого урона никому нахуй не наносит. И просто у меня, блять, место под новые карты освобождает. Та сука. У меня смысла нет от использования карт. У меня карта говно. У меня ульта говно. А новую я еще не открыл, потому что второй, третий остров не допрошел. Да сука, ты ебать его тебя колотить, Джин. Наносит урон, да, согласен. Но, блядь, не в случае с этой ебучей, блядь, звездой. Ему она урон не наносит, потому что он просто даже не появляется там, где у меня эта палка появится. Пошел нахуй ты со своим китом, понял? Нормально. Так, сразу, чтобы по нему стреляло. Будешь надо мной издеваться, козел? Конечно, будешь. А? Чё, в этот раз не заскамил? Вот, блядь, вот это вот моя ульта. Охуенная и пиздатая. Я только хп проебал благодаря ней. Сука. Жива, живот болит, да. Здравствуй, гнида. Соскучился я, блядь. Блять. Да как так, да сука? По одной карте. Аж, кстати, аж у меня по одной карте делает. Давай, я даже не знаю, кстати, что у меня одна карта делает. Надо посмотреть. Сейчас накопим. А вот, блядь, даже шутим. А, ну и хуйня. Ебать его колотить! Это какая хуйня на самом деле? Ну лучше, чем ничего. Ебать его колотить. Реально, кстати, прикольная хуйня. Бля, у тебя там животик не болит случайно? Сука ты, гнида, блядь. Все, животик заболел, это хорошо. Люблю, когда у него живот болит. Ладно, тут главное не тупить. Я, в принципе, сразу использую свою суперку, которая ушла в нихуя. Блядь, заебись, я сказал не тупить. И решил словить каждую хуйню, что он кинет. Пройди секретного босса, где могила. Блядь, да ебаный ты в рот. Мы же уже пытались его активировать. Мы не можем его активировать. Мы код его не подобрали. Поэтому мы этим еще не занялись. Сейчас, вот его надо уже пройти, его скоро пройдем, я тебе говорю, вот скоро-скоро. Скоро-скоро я его пройду, я тебе говорю, просто скоро-скоро я его пройду. Главное, геймпад, сука, не разъебать до конца, он у меня и так постоянно что-то иногда поворачивается мне в нужную сторону на левом соске. Блять, как же меня твои эти людики бесят, а? Они маленькие, они неудобные.
и не сядешь, и не присядешь, грубо говоря. Бедный снеговичок, у меня есть Миша. А если это мужик? Бля, это хорошо, у парней нет месячных, но, блядь, с моими нервами они у меня были постоянно. Блядь, не ту использую суперку, ебать его колотить, на. Сука. Давай, давай. Пизду. 8-4-9. Где ручка у меня какая-нибудь? Запомните этот код кто-нибудь, я потом его спрошу. У меня сейчас ручки с собой нет. Так, нормально. Утя, блокируй их все, ты и так знаешь, что делать. Нормально. Хорошо. Пока дело идет. 8-4-9. Хорошо, 8-4-9. Ну, сейчас надо подумать про снеговичка, у которого сейчас животик, блядь, болит. Опять заспамить меня решила. Не в этот раз, сучоныш. Ладно, одну хп проебать можно, не страшно. Все, животик заболел, гнида, блядь. Так, давай, становись, ты тоже, мразь. Раз, блядь, два, нахуй, три, блядь. Хотел? Никто не хотел бы. Сука. Пиздец, нет его глаза. Блядь, я так и знал, а. Сейчас, 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 еще чуть-чуть. Сейчас, еще чуть-чуть, я, блядь, уверен уже. А, блядь, нормально, я не проебался, я думал, я хп потерял в самом начале. Парировать, блядь, да с этим ебучим, блядь, ее парированием мне проще не парировать. Мне оно вообще не понравилось, вот, блядь, хуйня вот эта вот. Ну, блядь, а вот это вообще, блядь, пиздец на самом деле. Я понимаю, прикольная штука, если прибыла тыкаться, но мне ее парирование вообще не нравится. Все, мы не должны сейчас на снеговике ни одного хп потратить. Так, вот так. Снеговик был бы изичным на самом деле, если бы у него не было этих ебучих мороженых. Сука. Когда вот ты, блядь, завалишь уже? Так, хорошо, сейчас что делаем? Раз, блядь. Два, блядь. И все, пока. Три, нахуй. Нормально. Блядь, так и знал, сука, так и знал. Ладно. Ладно, сейчас, сейчас немножко соберемся. К карте сходим. Какой говорили там? 8-4-9. 8-4-9 читаем сверху. 8. Нет, 7 это. 8. 4. Блять. 9. Нет. 8-4-9 это не оно. Я же правильно понимаю, типа вот 8-4-9. 2-4-9. Тоже хуйня. Левую. Правая, левый верхний. Так, левый верхний, правая середина. И правый верх. Тоже нет. 2-4. Нет. 7-9-2. Нет. Пятерка не работает в кодах. Все, ну его нахуй эти коды. Я пошел дальше со снеговиком трахаться. April is surely brewing.
You're up. Мы ходили уже к этим скалолазам. Ладно, сейчас нам со снеговичком доебаться. Как всегда, включаю комбинацию. То, что у каждого свой код, это мы запомнили. Так, хорошо. Хорошо. Блять, хуёво отвлекся. Чё, блять, будешь мне говорить? Сразу в холодядю? Ну ты, конечно, лох. Нормально. Меня, блядь, мороженки твои бесят просто невероятно. Хотя, если я стою снизу, они вроде как и не достают. Так, пошел, значит, я туда. Нормально. Одно хп осталось, ненормально. Все, поменьше выебываемся. Стой, это подожди. Про мороженки, да. Опять, блядь, глаз его, сука! Надо дойти с тринальным... Подожди, вот это я, блядь, я даже похуй, что сейчас это, я этого человека, сука, лично заблокирую. Нехуй спойлерить, тут ебаный ты в рот, а. Все равно не тот код пишет, это раз. Второе, он у всех же рандомный. Бери дымку. Если я буду брать дымку, я буду играть не за эту девочку. А тогда оно не сработает. Типа я ж, ну, DLC про эту девочку, блядь, ебучу, как там ее, сука, зовут. Значит, надо играть за нее. Оружие, мне это нравится. Надо дойти до него, до этой снежинки. Минимум с тремя жизнями. Это минимум. Кондиционер я включил. Сейчас, значит, скилл ко мне придет. Кстати, реально, я ж, блядь, монету не наценил, не нацепил этот ебучую монету, а. Ладно, сейчас немножко разберемся с вот этим вот. И будем уже что-то думать. Так, раз, два, сука, три, блядь. Так, ага. Сука, опять заспамил. Заскамил. Нормально. Что? Луин, ты как это сделал, блядь? Ты как с панцаренком стал? Ты кого? Ты как это сделал? Я же отключил эту хуйню, ж нет? Ебать его колотить. Ну, поздравляю, теперь у тебя стикеры есть какие-то там. Так, если я не отвлекаюсь... Вот, поставлю одну. Если я не отвлекаюсь на это, то у меня нормально все проходит. Вот сейчас я вот вообще охуительно глаз прошел. Ты заебал со своими кружками. Ладно. Опять. Давай так же глаз кайфово пройдем. Опять морожки, да? Ай, ладно, проебался, согласен. Ай, в этом стриме я не буду... В этом стриме мое дело, походу, просто пройти всех боссов. Ну, Луин, ты, конечно, вообще молодец. А этот, как там его? Блядь, я аж руку сорвал, по-моему. Б1, похуй мне, блядь, что Б1. Этот, как там его? Мучиться со всей хуйней для того, чтобы получить все ачивочки, я, конечно же, буду. Леденцовые кубики я добыл. Ебать, меня молодец, красец я. Так, 489, да? Вы говорили там. Считаем с вот этой вот хуйни. 4, 8, 9. Нет, все, в пизду, значит.
Сейчас пошел я, значит, на с карты. Почему бы нам не пойти вот сюда? Королевская котировка. Твой код 168. Вот, блядь, я же, сука, сейчас даже не поленюсь. 128, я вот пойду, 168, пойду эти, блядь, проверю, и пошло оно все нахуй. 168, блядь. А у меня... Вот. 168. Нихуя. 380, блядь. Один, блядь, тоже нихуя. Все, пошло оно все в пизду. Потом с этим доебемся. И я только что кулон снял. Я пошел вообще деньги зарабатывать этот. Королей пиздить. Код у всех свой. Да, это верно. Поэтому... А я пизды могу тебе дать? Эй, прекрасный днёк, вас ожидает поединок силы и изящества. Да, Чотаро, ты любишь кабачки? Да, я люблю, ненавижу! Спасибо, пирожок, с ничем за сотню денег! Поздравляю. О, башня. Так, что с тобой делать? Что, серьезно? Блять, попадать бы по ним еще. Нормально. Подожди. Блять, серьезно? Серьезно? Ты хотя бы давай-то поближе кидай эти головешки. Не, ну пиздец, ты дрочильню придумала, друг. Какие нахуй искорки, ты шо? Поближе, давай. Я уже заебался их до тебя толкать. Ну ебать его колотить, друже. Ладно. Блять, промазал, ладно. Все отлично. Хорошо. Черепочки отвлекают, правда. Опа! Наш клиент! Опа! Опа! Ай, блядь, ну я уже хотя бы на второй этот. Пошел нахуй этот секретный босс. Нормальное говно. Хорошее говно. Так, искорки, я так понимаю, попадаются на втором, да? Второй, типа, в тазе. Блять. А. Так, мужик, что ты там придумал, а? Ты серьезно? Ты, типа, начал искорки в два уровня пулять? Ну, пиздец у тебя, конечно, воображение. Где удобные головешки? Хорошо. Хорошо. Четко. Нормальный урон. Хорошо. Нормально моя голова. Нет, не успел я ее засейвить. Я ж успел, блядь, по ней шлепнуть, ты шо? Блядь, ладно. Кстати, а как далеко я прошел? Нормально, нормально, кстати, нормально. Нормальный движ. Королева, надеюсь, не надо будет драться. Что-то королева везде ёбнутая, и так сразу за ново. Похуй мне уже на эту ачивку за секретного босса. Я потом буду с ним ебаться. Сейчас у меня вот, блядь, другой. Другая ситуация. О, блядь, ладно. За пекарни есть монета, уже собрали. Уже собрали за пекарни монетку. Опа, нахуй. Получи, блядь. Я, блядь, обе головы проебала. Хотел и рыбку съесть, и нахуй съесть. Хотел и хуй съесть, и рыбку съесть. Так, Дима парирует. Да ну на его нахуй, я еще пытаюсь сделать. Сейчас сделаем красоту. Опа! Сразу долетает. Получи, пиздюля. Отлично. Блять, в смысле она не долетела? Я был уверен, она долетит. Между, блять, нами города, города. Я с тобою навсегда, навсегда.
сука, блять, его в рот, ебись, оно нахуй, лак. Пошел нахуй этот кот. Сейчас. Опа нахуй, опа нахуй. Опа нахуй. Понял, блять, говняк. Говняк будешь ты теперь. Я ж по простимольке заскучился. Ну, блядь, где удобные головешки для меня? Ты их... Давай еще в самый конец их, блядь, кидай. На землю их кидай, я буду оттуда ловить. Пиздец, блядь. Ну ладно. Пока нормально, пока живем. Хорошо. Идет дело. Во, моя! Пошел. Блядь. Хотя бы долетело уже хорошо. Не, далеко. Во-во-во, пошло дело. Опа, нахуй. Долетит. Во-во, пошло, пошло. Оп-оп-оп. Красавчики. Ебать, Димальдиньо просто. Так, еще хловишку. Пас. Действо. Нормально. Опа. Опа, нахуй. Мужик, ты там помирать, блядь, не надумал еще? А ну пора уже, как бы, часики-то тикают. Даст бог топор, даст ты могилку. Блядь, сколько в тебе жизни, а? Ты, блядь, хотя бы без черепов их выкидывай. Что мне с черепами-то делать? Нормально. А, это уже новая стадия была, последняя. Ну ничего, сейчас пройдем, значит, скоро. О, мое. Сразу понятно, тут даже второго не надо. Ага. Отлично. Пошел. Блять, и то проебал. Заебись, я молодчина. Отлично. 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 Отлично, блядь, меня другая голова с толку сбила. Я не устал пока все это проходить, мне пока все нравится. Ебать, уже 8:30, я думал еще 8 нету. Охуеть. Нам закругляться уже скоро пора так-то. Я думал вообще часиков до 8 проведу прямую трансляцию и все как бы. Так. Блять, не успел, ладно. Тут надо голову включить и голову еще откинуть. Это как бы нихуя себе. Не, что-то я вообще реально прям... Как это я уже 3,5 часа стримлю? Нихуя ж себе. Так, отлично, блять, проебал все. Я проебал жизни тут. Блять. Ай, сука, как я умело маневрировал ли парняги, пока Эрик на тюряге и Коля няш. Ой, ебать, что я вспомнил. Так, давай, оп, пасуем. Оп, блядь, да в смысле, я ж, блядь, ударил по ней. Одно хп осталось, это хуёво. Вернуть отправителю. Бля, я не знаю на самом деле. Гортекс, Артём, получил какое-то секретное достижение, но я пока его еще не расспрашивал. Блять, пиздец, все пропустил. Давай заново. О, сейчас ничего, сейчас устроим красоту. Ну, мне нравится, как смоделирован этот уровень. Даже то, что я вот хожу, бегаю, у меня этот... 20 миллионов мощи, это мое, да. Я просто выбрал викингов. Отлично. Я не понял его, после первого отражения... Ты куда, блядь, головешка тупая? Пиздец, а. Еще пиздюлятора получил. Отлично.
Нормально. Оп-оп-оп-оп. Блять. Ладно. Во-во-во-во-во. Во! Такой нельзя пропускать. Отличная голова. Ладно, не все головешки я довел. Хорошо. Нормально. Сука, где же ты, сука, головешку взяла? Я бы одну довел уже. Блять, я хотел его сманеврировать, не успел. Бля, дядь, ну ты пиздец ворочаешь. Это, походу, четвертая стадия началась, потому что очень быстро все пошло. Да, это была четвертая стадия. Так, нормально вспомнил, на какую клавишу откидывать. Не долетела голова, ладно. Вот это долетит, это наш клиент, блядь. Нормально. Я могу сказать, что эта игра точно доказывает всем, что даже если ты девочка, это не означает, что ебальник у тебя не разлетается. Ой, блядь, я забыл, что снизу искорки летают. Блядь. Пиздец, а. Найдем пару бошек, поиграем. Вот что-то, блядь, такое или прошло, и прошло, по-моему. Так, сразу, это сразу возвращается к отправителю. Неинтересная посылочка. Хорошо. Блядь, отразил же, сука, отразил. А, ну что ты мне голову ебешь? Палач ебунявчик. Нормально. Хорошо. Босс же тоже, блин, простой, ему надо только придрочиться. Как и каждому тут, сука, боссу. Отлично. Так, хорошо. Отлично. Пошло дело по чуть-чуть. Вот это я могу понять, тренировка футболистов. Похуй. Нормально, пока дело идет. Блять, и все про голову проебал. Три, сука, отразил, и все проебала. Аплодисменты мои где? Вот нихуя себе, победил, блядь. Опять тебе щедрая награда в две монеты. Так, отлично, этого босса тоже уделали. У нас что, осталось... Смотрите внимательно, говорю. Другим меня не нагнать, могут строим идти... Строим идти налево. Досталось только второе место, но главное это право на... Право на победу. Лево. Право. Вверх. Лево, право, вверх. Покрути на месте появится джин, но это хуйня какая-то на самом деле. Ебать его колотить. Я джим этой игры, у меня взлетело 3 желания. Вот первое из них, каждым желанием до следующей победы твои азы увеличиваются. 4-6-3. Хорошо, 4-6-3, так 4-6-3. Давай попробуем. 4-6-3. Поставил. 4-6-3. Сейчас бы на кладбище поспать. Спасибо, пирожочек. Чего, ебать, его колотить происходит?
Я, блядь, нихуя не понимаю. Чё, блядь? Дети дьявола из оригинальной игры? Бля, дьявола же мы победили. Бля, я на самом деле только не понимаю пока, как, блядь, от них уворачиваться. Просто, блядь, я не знаю, я уворачиваюсь от всего. Ой, блядь, у меня что-то... Всё. Так, походи, выход карте. Надо туда, тут реально надо взять дымовую шашку. Ебать его колотить нахуй. Охуеть. Все равно, блядь, смотри, у меня-то хпыльки проебываются потихоньку. Я даже сказал, очень уверенно. Охуеть. Твои желания или не ты, в ловушке ночи кончишь свои дни. Охуеть. Мне напрягает, что меня вот эта молния аж, блядь, тоже бьет. Блядь, пацаны, знать бы мне, по какой тактике вы, блядь, перемещаетесь, а? Цены бы не было вообще. Когда я прыгаю... Или нет? Сука. Не смотри на стену, а не за тебя. Серьезно? В какую сторону я бегу? Там и дьявол? Ебать его колотить, серьезно. Нахуй, это слишком лишние думания. Я только что, блядь, как-то наобум почти прошел, все, и заебись мне. А звук огня прям зажигается, прям реально пиздецово как-то. Блять, молнию бы это убрать еще с облачка, вообще песня была бы. Охуеть. Последние попытки сейчас будут. Забыл, что у меня нормальная суперка. Но при этом я умер, блядь. Снова, как всегда, в конце. Ля! Это так классно! Я прям это DLC еще больше полюбил.
Что-то, блядь, для ангела это какие-то слишком страшные звуки, не находите? Так, немножко надо вернуться. Окей. Все. Эх, хер, блин, нихту хэвы курсе, блядь, дали достижение. Охуеть. Да неужели? Давно утерянный проклятый амулет наконец пробудился в древних территориях, решил ебать, какой пиздец. Чем сильнее враг, тем больше зла. Что это может значить? Значит, что дедушка мне похуй. Я за... А я все? Типа я туда не вернусь больше никогда? Я туда больше не вернусь или что? У меня, кстати, из боссов, кстати, ебать его колотить нахуй. Осталось только, блядь, вот эта вот хуйня. И ладно. Посмотри амулет. Изменение статуса. Давай попробуем. Ебать его колотить. Одно хп, ебать его колотить, спасибо. В смысле, блядь, это не мое, нахуй. Это, блядь, не мое. Пошел этот амулет нахуй. В пизду эти все оружия, блядь. Нахуй, мне печеньку возвращайте, я, блядь, юная леди вообще-то тут. Нихуя себе, блядь. Так, ну, я сразу включаю кондиционер. Понимать бы, блядь, что с этим боссом-то делать. Хорошо, от этих его отрыжек я могу вернуться. Что, блядь, что означает гусь? А, типа на низ надо было, окей. Я просто такое не встречал. Пацаны, ну хуйней вы маетесь на самом деле. То, блядь, землю уберете, то еще какую-то подляночку устроите, а? И, ай, блядь, я забыл, что с этим делать. А, вспомнил, нихуя. Так, ебать его дядя колотить, а что тут делать? Пизду. А хули некоторые дети отпрыгивают? Откуда они, блядь, вообще тут появились? Сука, проебался. Проебался, мог такие классные приколюхи использовать. А я проебался. Бля, больно. А, ну я почти прошел вторую стадию, значит и третья там недалеко. Значит, все, хуйня. За 4 часа, может, даже пройдем. Вряд ли, конечно. Попытаться-то стоит. Подожди, там гуси снизу летают. Бля, мужика-то жалко. Он по виду простой вот добрячок, который живет в горы. Своровал что-то покушать. Ай, блядь, точно, я же забыл, что это, блядь, нельзя. Это сука. Это-то хуя я жду. Ой, блядь, надо снизу. Чью борду себе оторвала. Потом будет сложно, я не знаю. А! Пацаны, хуяк, хуяк, еще хомяк. Блять. Хуйня какая-то. Не надо использовать. И без этого нормально живется. Хорошо. Так, о, гуси. Эй, блядь, нечестно поднимать столб, на котором я стою во время атаки гусей. Понял, блядь, тебе? На. Стреляю в твоих детей. Нормально, говно. Блядь. Я ебло. Какого хуя? Что за шутки ради я помер? Будешь перепроходить? Ну, на этом стриме нет. Я знаю, что я хочу сделать. Во-первых, вот это да. А вот это, блядь, вот оно нахуй. Сейчас будет мясо. А именно я могу делать вот так, блядь.
Пацаны, а что это за хуйня? А, такого... Что, все, уже сразу на кота? А, нет, это просто рандомное, так, я понял. Да, сука. Ладно, вот это надо. Оно автоматически убивает этих сухиков. Блять. Пиздец. Пиздец. Хорошо, пока стоим на автоматике. Хорошо. Нормальная. Нормальная тема для анекдотов. Подожди. Подожди, а мне сейчас не похули на все? А, нет, нет. Понял, до конца нельзя уходить. Сука, больно. Хорошо. Блядь! Сука, почти. Залезаю ульту под один из кукол. Ебать, ты красавчиковый гений, кстати. На все 5 карт реально можно же использовать, нихуя себе. Я знал, что у меня все спонсоры очень умные. Так, на нем нельзя сейчас хп тратить. На нем нельзя сейчас хп тратить. Он слишком легкий, чтобы тратить на нем хп. Так. Так. Кит уже пошел. Так, хорошо. Так. Отлично. Так, хорошо, пошло. Во! Пошло! Совершенно же другое дело. Кстати, какой охуенный уровень на самом деле. Какой момент оказывается охуенный. Дядь, да ты чё, а? Понятно. Я понял, за то, что к чему. Я понял. Нормальная тема. Прикольно. Прикольно. Мне нравится. Все. Дорогие мои друзья, мои любимые подписчики, у меня для вас одно охуительное заявление. Сейчас я вам кое-что расскажу. По итогу, конечно же, мы типа все собрали. Ебать, мы красавцы. Гнома ягоды. Заходим. У нас получилось. Мы добыли последний ингредиент для чудо-торта. Скорее отбежим к Солонкину. Вообще, в принципе, список закончился. Для полнейшего охуевания надо только еще дать пизды еще одной шахматной фигуре. Так, 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 блядь. Ебать, тебя, сколько у тебя сторон в этом ебучем замке? А, мужайтесь, черепки, новый бой грядет. Ну и пошел ты. Та отъебись, дядя. Ой, блядь.
Это еще не все. Ой, королева, я так и знал, что будешь ты, мразота. Так, подожди. Опа. Хорошо. А, так. Блядь, что я делаю? А шо, блядь, оно как бы заряжается, но я как бы... Я, блядь, вообще по тебе попадаю, женщина? Я хотя бы что-то ей снес. А, ну, блядь, уже до второй стадии дошел как бы, сразу. Сейчас, тут надо выключить кондиционер. Блядь, не в ту сторону курнулся. Ладно, бывает. А, подожди, так я ж могу просто, блядь. Пацаны, нате, хуйня вы. Ладно, не всегда, может, успеваю. Нормальное говно. Отлично. Блять, я деет, а должна быть она. Не, ну в принципе тут хотя бы с ней понятно. Я знаю, что еще не все. Мне надо к салонке, ну и вот эту дуру пройти надо. Блять. Ебучие мыши, крутите точнее, надо вашу королеву победить. А, кстати, тут не получится просто, как я хотел бы. Во. Типа, надо именно, блядь, целиться даже. Я не говорю, что было прям пиздец как точно, но главное, чтобы было хотя бы как-то. Вот сейчас, например, опа, возможно, что-нибудь попаду. Хуй его знает, тут мне, блядь, проще уже просто так стрелять. Слишком, блядь, дохуя вы от мозги от меня хотите. Почти половина босса сделала. Я так и знал, что денег у него хуева гора, блядь. Ну, она ж королева, чё уж, блядь. Так, опа. Нахуй. Получи в грудину, блядь. А, нахуй. Получи опять грудак. Радуйся, что до пиздака твоего еще не добрался. Нормально. Так, блядь, как его понять, куда пушка целится? Ой, нихуя себе. Так, ща... Ля-ля-ля, ты смотри, а с каждым шагом, с каждым разом все быстрее и быстрее. Готовьте ваши поздравления, я скоро ее взъебу. И будет, как эта тупая песня Тимати или кого там было, что ты чувствуешь, когда ебешь королеву. Сейчас я, блядь, узнаю. Хотя это надо спросить у мужа Елизаветы II. Ну, ладно, собственно. Далеко? Спрашивать. Да я не думаю, что они там слушают твой русский, наш русский рэп. А, на, женщина. Блять. На. Та сука. Я что-то вообще мистер Косюлькин. Так, нормально. Опа, пошло. Сука. Так, женщина, ну позакрывай свой пиздак уже, ну ёб твою маму. А, это уже третья стадия пошла, тогда понятно, почему все так плохо. Нормально, получи пиздец. Нормально. Блять, у них у всех вторая стадия тут начинается после этого. Блять, мыши, цельтесь точнее, мне нужны мыши с мышцами. Кстати, а у меня там где-то в новых алертах замаскирован клинок рассекающих демонов, это я точно знаю. Но сумму не помню, вот, блять, реально не помню, так бы сказал. Да ебать его колотить, где эта женщина?
Да твои львы, это уже смешно. На. Попал. Попал. Почему, когда я попадаю в нее, она попадает в меня, а? Почему? Женщина, ну хорэ уже яйцами кидаться, а? Как минимум некрасиво и невежливо. Я могу подумать, что ты не рада меня видеть. А, все? Здрасте. А чего я пропустил? Внимлите все, я присуждаю моим новым чемпионатам оставшиеся трофеи. Ебать, за королеву ты мне 3 монеты дал? Да пошел ты нахуй, хуй старый. А я могу эти шахматы потом переиграть еще, нет? Пойдемте Соломкину этому пизды давать, походу. Так, а у меня навык печенька, да, заебись. Здорово, хуйнило, здорово, блядь. Чё у тебя тут в своем темном подвале происходит, а? Алло. С возвращением, сопляки. Вы не ждали... Я не ждал вас обратно так скоро. У меня уже не остановить, чудо-торт станет моим шедевром. Правда, я вам кое-что не сказал. Для правильного чудо-торта нужна живая душа. Пока вы питались по моим поручениям, я как раз поймал одну. Я запеку его душу, и чудо-торт получит свою силу Астра. Кружечек, чаша, помоги! Заберу у вас ингредиенты, а ваши усы и черепушки использую для сортировки. Пососу, блять, их. Так, ну заебался. Ага. Так, я понял. Пока начало понятно мне. Блять, он ёбнул сахарного пацана. Капец, уколотить тебя, дядя. Дядя, не страдай хуйней. И где я? Бля, ну слушай, почти первую стадию прошло с первого раза. Парируй, сахар. Да неудобное у него парирование. Блять. Блять. Думал, не дотянется. Блять, я сосредоточение потерял. О, пиздец тебе, дядя. И только начало второй стадии там началась анимация, а? Это, кстати, да, это полный расколбас 2. Блять, хорош, кстати, хорош. Я использую эту шутку в каком-нибудь видео. Так, нормально, пацаны, пока живем. Пока нормально, смотри, да. Вот только сейчас одну хп потерял, потому что пиздеть поменьше надо. Блять, ну пацана жалко, а. Пришел, сука, по нему видно, что он ну, не особо он спортивный, а. Ну толстячок, ну похлячок, а. Ты, блядь, его головой, сука. Ах, не да мразь, козел, блядь. Чё ты задумал, блядь? А у меня спрашивать буду что-нибудь? Так. Кто? Чё, блядь? Дядя, ёбай, вот ебать твой урод, ты, сука, ты что делаешь, а нахуй? Они умирают хотя бы, это меня радует. А что мне, блядь, делать? Кого мне бить? Я хотя бы что-то снес кому-то?
Ну да, кстати, почти до третьей части пошел, да, чуть до третьей. Отлично. Ах, пацанов жалко на самом деле, которые тут погибают из-за меня. А вот этого, блин, пацана кубика вообще жалко. И ведерко жалко, сука, пиздец тебе соленый. Я тебя, сука, по частям в Питер отправлю, там охуеешь, надо заново уже, там одна жизнь осталась. Первая стадия этого босса, это вот, когда мы вот тут, на вторая часть, когда мы у него на ладони где-то, блядь, под, поднебесной. Это уже вторая стадия. Ебать, я думал, это бумеранги, бумерангами они идут. Блять, ну опять одна хп осталась, а ну это хуйня. Все, пиздец. Нормально. Нормально, кстати, хороший босс, хороший сюжет, наверное, даже. Ну, по крайней мере, задумка интересная. Если бы я вначале еще перевел по-нормальному, я бы то вообще, может быть, охуел бы, а так тоже пойдет. Короче, я не знаю, кому как это DLC, но своих денег оно, блядь, стоит. Своих денег оно, блядь, стоит. Это, блядь, 1000000%, нахуй. Все, затыкаюсь, потому что пизды получаю. Кстати, ебать, вы заметили, как Ивлев поменялся, а? Я тут не понимаю особо, что от меня требуют. Я просто стараюсь что-то сделать. Я то сама бы не лопнул, одну тебя посажу и другой прихлопну. Заебись. Не слышу хруста безе, реально. Подожди, я ж могу немного поизвращаться. Короче, надо научиться доходить до его второй стадии без потери хп. Или хотя бы с тремя. По пеперницам. Пеперницы, я понял. Блять. Так. Отлично. Блять. Все, ну это пиздец, это нахуй. Я не слышу хру... Кстати, да, 4 часа юбилейчик у нас. У нас юбилейчик. Блять, уже 9, охуеть. Ну, блять, когда последний босс остался, ну нельзя просто так взять и уставить. Блядь, да ёбаный ты в рот, нахуй. Ой, блядь, включаю кондиционер. Остается, блядь.
Блять, тут самое, сука, сложное, это вот эта вот хуйня. Но я понял, что делать. Все нормально. Нормально сейчас будет. Так, хорошо. Это хуёво. Хуёво. Пиздец, ты реально стрёмный, мужика. Опять одно хп, я, блядь, иду нахуй. Блять, это почти уже ж было четвертое, да? Почти четвертое. Ладно, половина третьей. Половина второй, блять. Ладно. Сейчас красиво сделаем. Почему у меня начинают лететь те продукты, над которыми он еще не издевался? Нельзя так тупо поменять ульту. Ебать его колотить, как будто бы у меня выбор есть, блять. У меня только одна открыта, я уже говорил же. Пиздец, на хуйню потратил. Фух. Нет, солевые поля! Этого чуть-чуть, да? Смирись с поражением, изволись. В моей победе в ней была вся соль. Солевые поля, ебать, тут из Питера кто-нибудь есть? Налетай. Ой, блядь. Не, ну, блядь, красота на самом деле. Не такая, конечно, как мистер Кингдас, которого я обожаю. 333 рубля, это гифка Капхеда, я помню, я ее добавлял сегодня. А, этот, ну, это, я намекаю, вдруг кто хочет меня побаловать. Вот, этот, вообще, ну, мистер Кингдас, его песни, это просто, сука, самое лучшее, что есть в этой игре. Так. Так. Нормально. Ебать ему колотить, даже ни одну хп не потратил. Так. Yeah.
Да какого хуя во время катсцены меня что-то коцает, блядь? Вот, блядь, неладная хуйня происходит. Ай, сука! Ай, блядь, нихуя ж себе, соль поражения на губах у вас, признаюсь честно, я и сам не сахар, нихуя себе. Так, заново надо сразу, надо не терять на вот этой, вот тут нельзя терять. Тут нельзя терять копыльки. Вообще нельзя. Это надо на законодательном уровне, блядь, запретить. Сука. Реально, кстати, тут фразу каждого босса можно на фразы, на цитаты, блядь, ВКонтакте от Стэтхэма забирать. Нельзя тут. Так. Я кондиционер выключу, потому что ножкам холодно. На нельзя, нельзя, вот тут нам нельзя. Нельзя тут, блядь. Нельзя, сука, нельзя, 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 тут нельзя. Есть горячий парень, это я, это соленый парень, это он. Все. Скоро финал. Блять, большой палец в ахуе. А при этом он уже чуть-чуть подразбился. Блять, больно. Ай, бля, ладно, 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 скоро. Скоро я буду танцевать на его соленой могиле, блядь. Ёбаные зверушки, блядь. Скоро. Финальные титры не пропускаю, понял. Совсем скоро. Блять, ебать его колотить. Here's a real...
Сколько ж у тебя хп, мразь? Этим дробовиком не проще. Тут я хотя бы просто зажал атаку и целюсь, ну, сконцентрируюсь на том, как уклоняться. А там еще, блядь, следить, чтобы, блядь, ровно в него стрелять ни рядом, ни мимо, ни между, блядь. Чё, блядь, ты хочешь сказать, не попал еще, а? Гнида. Две хп, а если одна остается, это уже хуйня. Так. Заебись, у него подъебочку устроили. Охуительно, блядь. Пизда, блядь. Блядина ёбаная. Не зверушки нахуй. Сука. Это, блядь, это хуйня на самом деле. Использовать одну карту тоже хуйня, блядь. Это вот это вот все хуйня, надо приблатыкиваться, а именно даже придрочиться. Приблатыкиваются к управлению, а тут надо именно придрачиваться. В Кубхеде всегда надо было придрачиваться. И я, блядь, уже, сука, готов дрочить. Ну, в плане придрачиваться. Сука, ногам холодно, тело горит, блядь. Thank you.
все, я рад, что ты сошел с ума. Наконец-то, блядь. С 3 хп дошли, нормально. Сука, сам еблан. Блять, 1 хп осталось, хуйня дела. Хуево оттуда. Да ёб твою мать, да почему ты, сука, все время надо мной появляешься, когда мне, блять, маневрировать? Нормально. Жить можно. Лёшка, почешу, пока есть возможность. У меня, кстати, сейчас только один вопрос. Откуда у него, сука, демон огонек, как из ходячего замка? Или, блядь, как он там будет? Бродячий замок, или хуй его поймешь. Сука, опять одно хп, блядь, опять одно хп. В этот раз я не буду, блядь, на месте стоять. Ёбаная, ты их не допанила, блядь. Блять, я забыл, на какую кнопку маневрировать, блять. Ой, блять, сука, ебаный в рот этой игры, нахуй. Ну я ее обязан пройти, блять, нельзя оставлять одного босса, сука, непройденным. Это просто, ну, ради приличия нельзя. Ради любви к подписчикам, сука, так делать нельзя. Нельзя, блядь, нельзя, сука, терять на нем хп. Эти хп понадобятся в конце, сука, уже аж сердце колет, блядь. Стрим я залью на второй канал, на этом канале его не будет. Нахуя я сам, блядь, прыгнул на этот ёбаный кубик? Сейчас красоту сделаем. Обычная сложность, ни эксперт, ни хуерт, ничего. A brawl is truly brewing.
Ладно. Слава тебе, господи, блядь, наконец-то. Давай, блядь, быстрее, пока я хп не потерял. Все заценили мое могущественное нихуя. Три хп, нормально живем. Сука, на какую клавишу? Понял. Спасибо, спасибо. И похуй Шанаэск, вообще поебать, я, блядь, прошел и прошел. Чашек. Слава богу, с тобой все заебись. Проклятый Сарлонки все время нас обманывал. Божечки, тут все рушится, делайте ноги и поскорее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, моя пекарня. Это ему за обман. Но теперь, когда пекарь нет, ты никогда не получишь этот чудо-торт, чаша. Не страшно, если чтобы вернуть мне нужно принести жертву чудо-душу, я не согласна. Но клянусь, мальчишки, я не отпущу. Не опущу руки, не перестану искать другой способ. А пока, если вы снова попадете в переделку, помните, стоит только откусить от печеньки. Не переживай, я это больше никогда, блядь, не буду делать. И вообще, кому нужен чудо-торт, когда есть два верных друга? Нихуя себе, как групповое порно начинается. Эпилог. Говорят, не пропускай титры. Короче, поймали этого гандюшника. Судья ему мягко сказал, ну тебе пиздец. Ты посмотри, нихуя себе, тут сервис автомобильного строения, пиздать. Что? А, на общественные работы. Их всех, да? И гномы, и я, гномоягоду он пошел. И алкоголь пошел грузить. И зубы чистить киту огромному. И клетку красить нашему пацану, который нас сюда привез. И при этом все его пекарня все еще пиздец. Он еще этот, ну, корову обслуживал, которую мы тоже пиздюля давали. И чинил самолет собаки вот этой нашего бульдозного долбоеба, бульбудогного. С королевой шахмат играл в шашки, блядь. А, с королем шахмат играл в шашки, блядь. И, короче, по темну решета спиздил, да? И начал хуярить за забором. И сделал... Что он, свою пекарню новую делает, да? А, сделал пекарню, типа, и пошел ухащать всех. Вот даже чашки с ним подружились. И да... Ебать, смотри, тело, и вот она, тело.
То есть нихуя себе. Заебись, спасибо, пацаны. Титры не пропускаю, все, ждем какого-то чуда. 4,5 часа мне понадобилось, чтобы пройти DLC полностью. Теперь я могу дрочиться с тем, чтобы этот получить там достижения, попроходить боссов так, сяк, этак. Но сразу давайте я скажу на все 615 человек. Для... О, классическая песня пошла. Скажем так. Сперва выйдет видео, что такая... Что такое вот название этого DLC. Вот. Потом, когда я постараюсь в самое ближайшее время, выйдет все ачивки, достижения об этом вот DLC. То есть сперва я сделаю вам обзор на вот эту вот часть, а потом уже будем ачивочками мучиться. А чё мне, блядь, долго чудо ждать? А реально, а чё я жду? Жду. Ну хули. Жду? Чак, иди на собаку есть дуб фаза. Ебал я рот этой собаки, ну её нахуй. Как тебе робот Гуфи? Какой робот Гуфи? Заебись, жду чудо, блядь. Cuphead Jazz Orchestra. Заебись. Да нет, сказали типа в титрах. Комиксы-то похуй, это комикс еще в игре было. Вот сказали вот типа в титрах что-то интересное будет. Ну, посмотрим. Чашек хуяшек, по-другому, блядь, и не скажешь. Nice. Во-первых, классный голос. Во-вторых, классный стрим. В-третьих, будут ли стримы по хоррорам? Ой, пирожок с ничем, смотри. Я не могу тебе обещать, что именно будут хорроры, прям, ну, прям хорроры-хорроры. Если и появится стрим по хоррору тут, я напишу в группе в Телеграме, и то этот хоррор появится, потому что я захочу сделать на него обзор, либо захочу... получить в нем все достижения, если там, ну, есть такая возможность. Но в основном у нас, ну, хорроров тут, ну, не бывает. На втором канале нет-нет, иногда выходят. Но, опять-таки, второй канал не это, так что я ничего сказать не могу. И спасибо за 21 денежку с оплаты комиссии. Кривдечка для тебя. Стрим окончен или нет? Ну, сейчас конца титров ждем и заебись, по идее. Вообще, я так даже не знаю, по каким хоррорам тут можно этот сделать мне стрим. Ебать, я шел и сею. Капец, пацаны, я лысею, охуеть. Ну, ладно. Да что там в конце? Я не ебу, я вот жду. Чекни демона плохую концовку. Я на основной линии игры на него еще не прошел. Вы, ебать, такие, иди к дьяволу. У меня только второй остров открыт. У меня не пройдена игра. Да, у меня там есть все ачивки, все вот эти вот, это вот. Вот, кстати, Хаги-Ваги, да, возможно, будет на этом. Там Dark Deception или что-то вот такое. Посмотрим. Но Dark Deception, опять-таки, обещать не могу. Если в нем есть ачивки, можно с ним помучиться. Если нет, то нет. Опять-таки, секретного босса я уже прошел, блядь. Секретного босса на кладбище я прошел. А так, блин, я даже не знаю, что по хоррорам можно сделать. Я понимаю, что хорроры это классно. Но опять-таки, что по ним сделать, я не знаю. В плане, как их на этот канал запихнуть. Хотя хотелось бы, хорроры это то, что вечно. Фин. Не Сиферб. Фин. А где Ал? Финал. Где Ал мои, блядь? Вы что, две буквы мне зажали, сука? Cuphead,
понял, блядь. А нахуя я конец ждал? На 44%! Да пошел ты нахуй! Я всех боссов прошел, я сюжет прошел, пошел ты в пизду. Фу. Нихуя себе, 2700 почти собрали, ебать, мы красавцы. Ну шо ж я могу сказать. Огромное спасибо всем и каждому, кто был на стримах. Нас на стриме, нас наглым образом наебали, можно так сказать. Мы все боссов уделали, все шахматные фигуры тоже вот так вот просто разъебали. И Соломкина мы тоже этому пиздюля дали. Огромное спасибо. Короче, крутой был стрим. Я 4 часа сидела на стуле. Спасибо, что проспонсировал мой шейный остеохондроз. Да не за что, не за что. Спасибо тебе за 20 денег. Вот. Огромное спасибо всем людям, которые поучаствовали в сборе вот этой вот цели на 200 тысяч на стриме за много денег, побреюсь на лоса. Ха, кинул утку. Так вот, все, спасибо. Я пошел отдыхать, блядь, сегодня отдыхать. По поводу сценария буду думать завтра. Вот. Так что давайте я всех вас обниму. Спасибо, что были со мной на стримах. Скоро будут видосики, не теряемся. Телеграмчик, подписываемся.